Принцесса Эва. А? Это не русский слово. Не поняла, что ты сказал. Я сказал «Рецесуэ». Или «Хаарец». «Хаарец» – это сад. Я правильно сказала? Нет, она хотела подчеркнуть, что это... Понятно. Слово «Хаарец»... Мой брат был убит на войне за независимость. Нет, понятно, да. Причины нас должны. Просто хотел спросить, насколько точно. Спасибо, я получил ответ. Нет, я сама. Я должна написать тот смысл, который там есть. Вот. У слова «хаарец» есть одно значение – это «эрец Исраэль». Да. Ее можно писать, слово «Исраэль», можно писать «хаарец». Вот. Точно так же, как есть Советский Союз, а есть слово «союз». Когда мы были в Союзе, мы говорим, и нас все понимают, что это… Я получил ответ. Да. Спасибо. Вот. Я хотела сказать следующее, что… Вот мы все сидим здесь такие нарядные, довольные. А у Хомутали на самом деле довольно непростая судьба. И было трагическое событие в ее жизни. Ее сын-подросток покончил с собой. И Хомуталь не побоялась написать об этом стихи. И когда я прочла первый раз эти стихи, я была совершенно потрясена. Я тоже мама, у меня есть дети, сейчас уже внуки, естественно. Вот. И я подумала о том, как можно подойти к этой теме, как можно о ней говорить. И Хомуталь ответила мне своими стихами. Я не буду читать все стихотворение, а может быть прочту все, не знаю. Не как оседающая внезапно земля под жилым кварталом, провалившимся в тартарары. Где ж нам жить? И не как нога, часть тела, взмывшая от взрыва и теперь лежащая неподвижно посреди мостовой. Не как странный фрагмент черноты, злокозненный, срезанный со знакомого пейзажа в музее сознания. Не так ты пропал у нас. Не так нам тебя не хватает. Как кусок увеличительного стекла, ты в нем заключен и покачиваешься тихонько, возвращаясь снова и снова к тому, чем ты был. Ты задушен, и звука лишен твой крик о помощи. Теперь ты стоишь у нас прямо перед глазами, между нами и всем на свете, и всеми на свете вещами. Между всем, что есть в мире, и нами. Вот такое стихотворение. Нас излишне говорить, да, о степени накала, точности подбора слов, да, это только перевод, понимаете? А когда читаешь это в оригинале, у меня, даже я прочла вам, а у меня мурашки по телу, вот то, о чем Лена говорила, что тело отзывается на такие стихи от Роцали Кроуш за Каше. Вот. Но у Хомутали есть совершенно очаровательные стихи о природе. Вы хотели их? Нет? Я могу прочесть, да, я уже. Совсем, вот чтобы вы почувствовали, что совершенно разные тональности, да, это не человек, который все время сидит на реках Вавилонских и плачет, а это человек, который умеет воспринимать жизнь во всем ее многообразии. Дождь поет. Дождь поет. Всю ту ночь его голос звучит. Он на миг не смолкает, побуждая нас всех вспоминать старину, дать изречься молчащим словам на упрямом наречии, что в тиши щедро сыплет дары. Все. Вот такая картинка. Вот этот поющий дождь, да, мы только что имели возможность услышать не поющий, а грохочущий дождь, да, гневливый дождь. Разные дожди у нас бывают в Израиле. Хомуталь, тикры. Агешем шар, кол халайла коло мемальмейл, у эйнену хадел ленасот леламед эт кулам нишкахот, ледовев дибур нейлам бесафа акшанит, нодевет бешекет. Отца.
Сейчас я хочу найти здесь еще одно стихотворение. Запах августа. Запах августа. Вы выбрали. Да. Сейчас. Хорошо, давайте найдем. Сейчас я только не заложила, сейчас я посмотрю. Заголовок этой книги Зоя выбрала. Так что запах августа надо. Сейчас я еще одно прочту. Дождь в начале весны. Мы сейчас ехали вместе, Хомуталь нас везла в машине из Иерусалима, мы живем в Иерусалиме, ну, рядом с Иерусалимом. Вот, и Хомуталь мне говорит, ты знаешь, вот дерево вишня, которое растет у меня перед домом, оно все уже отцвело, осыпалось и стоит без цветов. Дождь в начале весны. Ливень пролился в Адаре после душной сухой зимы. Град обрушился ошеломлением на дерево вишню. Оно-то готовилось к свадьбе. Да, и вот сразу представляю себе вот этот цвет. Теперь, когда все вновь спокойно, оно стоит нагое. Его нагота выпирает в сереньком освещении. Стеклярусные ожерелья поблескивают иконным окладом на изумленных членах. Да, капельки висят. Представляете, да, вот это? Она просто создает картинку, пейзаж, да, вот этот удивительно меняется. И вот запах августа. Сейчас. От Руцалькро. Запах августа. Вбираю золотой покой августа. Августейшее пенье цикад. Внимаю немоте листьев, не знаю, в поклоне ли их клонит. Отворяю лицо зеленовато-серому аромату, щиплющими струны стебли майорана, липнущим, вопрошающим. Каплями проникаю внутрь сладостного покоя, и он сжигает меня дотла. Волоски на моем теле слышат. Древняя-древняя горечь горы точит. Да? Совсем в другой эстетике стихотворение. Все на повторе звуков, да, такое музыкальное стихотворение. Вот. Если уж мы заговорили об августе, здесь замечательное. От Роцали Кро. Я не все могу найти. Я тут заговорила о бабушках, о внуках. Есть возраст. Вот честность Хомутали, вот ее абсолютное отсутствие позы. Я так не умею. Я не умею так раскрыться, понимаете, до конца. Я всегда, не то, что я там позирую, но, по крайней мере, есть вещи, о которых я никогда не скажу на публике. Да? Вот, ну, я и не поэт. Есть возраст. Когда сердце отторгает тело, как орган пересаженный, полезный, но ненужный. По колее клавирных выверенных звуков увезут то, что душа добыла из крутой каменоломни мира. А тело ожидает выемка в скале. Понятен, да, смысл? Так на слух немножко трудно воспринимать. Да? Человек живет и из каменоломни мира добывает для себя все новые и новые знания, впечатления, опыт, переживания, да? И все это уйдет. А тело ожидает выемка в скале. Только выемка. Да. Я хочу сказать, что Хомуталь, она же еще играет. Поэтому здесь вот этот хорошо темперированный клавир возник не случайно, потому что она играет на фортепиано и играет на дудочке. На Можно поиграть? Блок-флейта. Да. Вот. Ну вот то, что я хотела сказать о стихах, Светик. Теперь о прозе. Спасибо.